Итак, танцуем! Профессиональный свет и звук, буря оваций и толпы болельщиков. Несмотря на то, что в искусстве танца состязались школьники, на сцене кипели нешуточные страсти. Конкурсная программа проходила в виде баттла, в котором ребятам нужно было представить зрителям заранее подготовленное домашнее задание. Школьникам предстояло продемонстрировать несколько жанров танца. Для того, чтобы подготовиться к этому конкурсу, команде Black Star из 31-й школы потребовалось 2 недели. Мы готовились очень усердно. Каждый день после уроков мы ходили в танцевальный зал в нашей школе и вместе сообща, какие-то моменты обговаривая, составляли уже какие-то связки. Отличительной особенностью конкурса «Самая танцевальная школа» стала тематическая направленность каждого тура, что позволило сравнять шансы на победу среди новичков и тех, кто выступал уже в сформировавшихся танцевальных коллективах. В конкурсе участвуют обычные дети, не танцоры, не профессионалы. Даже их, мне вот, например, тяжело судить как хореограф, мне тяжело их судить. Как бы я сужу. Кто носочки тянет, кто не тянет, вот на это смотрю. Финал конкурса «Самая танцевальная школа», на котором решится, кто будет отстаивать честь Нижнекамска на всероссийском уровне, состоится после Нового года. Катерина Кулина, Влас Семагин, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.